Ну что ж, всем привет, с вами Допикачу, и сегодня мы поиграем за такую страну, как Коми, в моде The New Order. Ну что ж, будем защищать нашу революцию и попробуем привести ко власти Светлану Бухарину. Ну что ж, в принципе, будем развивать нашу страну, готовиться к войне против разных стран. Против, как я вижу, Вологды, Орден Святого Георгия. Ну и будем, конечно же, выбирать себе главу. Ну что ж, я пойду по вот этой вот ветке амбиции Бухариной и попробую создать лучший Советский Союз, чем тот, который был при ее отце. Она-то сумеет сохранить Советский Союз. В это время, 3 ноября, начались бомбардировки. Отлично. А мы также начали суды над контрреволюционерами. Руководство партии. Революция удалась, и теперь коммунисты наконец-то стабилизировали Коми. Конечно, теперь необходимо определить, как установить коммунизм. И у Суслова, и у Жданова, и у Бухарины разные представления о том, как это сделать. Именно этот вопрос за обедом осуждали три политика. Честно говоря, я думаю, что у Жданова есть видение. Я чувствую, что его страсть может хорошо послужить будущему партии. Суслов жуткий, понимаете? Сказал Сергей, откусив кусок от бутерброда. Сергей Суслов отличный лидер. Он организовал нашу революцию. Зачем вместо него ставить во главу какого-то интеллектуала? Вы слышали что-нибудь из того, что предлагал Жданов? Он звучит как полный псих, воскликнул Максим. Максим, ты двуличен. Если бы Каганович ввел эту партию, ты бы пошел за ним. Суслов слишком сильно контролирует партию. Надо пойти на более разумный вариант, как Бухарина. Она заботится о людях и революции. Она лучший выбор, ответил Алексей. Да, верно. Доченька Бухарина уничтожит Россию во второй раз, как только останется при власти. Она, успел сказать Сергей, перед концом перерыва. Трое политиков вздохнули, собрали еле съеденные обеды и вернулись на работу. Все это время мы были вне пределов слышимости, верно? Верно? Или знаешь, я отдаю тебе должное, если да... этого дойдет. Мы выбираем второй вариант. Так влияние Михаила Суслова уменьшится. А это нам на руку, так как мы как раз-таки за Бухарину, а не за Суслова. В это время нам пришли отчеты о разных оппозиционерах. Ну что ж, было решено всех их отправить в тюрьму. Как и центристов, так и праворадикалов. Ну что ж, тут у нас есть развилка. Антиревизионистский фронт или партия против Кловода. Выбираем второй вариант, так как с помощью этого варианта мы сможем выйти в Светлану Бухарину. Сражаясь в битве, что уже проиграно. Юрий Андропов был никем. Был бы никем, если бы не будь он умным человеком. Как думал он с каким-то наслаждением. Его догадка была верна. Бухарина, черт, превзошла даже его ожидания. Суслов даже не волновался о том, что она выходила из-под контроля. Но Юрий все равно волновался. Может, он все же был неправ. На его губах промелькнула улыбка, пока тот шел домой. Очень продуктивная была встреча с парой видных ревизионистов, как и называл Суслов. Юрий назвал бы их умными людьми. Когда вставал вопрос о реализации социализма, он не был кровожадным, он был умным. Эти люди, невзирая на личное мнение, были будущим. Бухарин, черт, даже Жданов с какой-то степени должны вести партию даже в будущее, но не Суслов. Хоть они, возможно, изначально не доверяли ему как стороннику жесткой линии. После сегодняшнего вечера они уже точно не стали этого делать. Андропов усмехнулся про себя. Игра вовсю шла, а он точно будет на выигрышной стороне. Мы наш, мы новый мир построим. В это время надо было решать,
мы будем дружить за РРФ или не будем. Было решено с ними дружить. Единый фронт. Наши дипломаты вернулись из Архангельска, и они готовы сообщить нам окончательное решение руководства Западно-Русского революционного фронта. Заседающий на севере правитель согласился на нормализацию отношений с нашей республикой. Наконец, забыв о прошлых дрязгах, коммунисты вновь единого фронта выступят против фашизма. К счастью, наши северные товарищи все же способны переступить через линии обиды ради дела революции. Остается надеяться, что сотрудничество между нашими правительствами в дальнейшем будут только укрепляться. К счастью, на этот раз победило благоразумие. Объединение республик. Правительство Вологде наконец-то признало первенство социалистических идеалов и после недолгих приготовлений передало все свои территории под контроль нашей Великой Республики. Хотя антикоммунистические идеи получили широкое распространение в рядах контролирующих окрестности города военной администрации, заметив уже достигнутые и предвидя будущие успехи нашего правительства, деспоты Вологды, как и ожидалось, сложили полномочия и уж вступили под контрольные ему земли нам. На данный момент армия бывшей нейтральной зоны в полном составе присягнула на верность нашему правительству, хотя на местах это порой и выливалось в стычки наших войск с вологодскими кадрами, отчаянно не желающим принимать новую коммунистическую власть. Все же нужно отметить, что вологодское правительство отказалось от нейтралитета не под страхом оружия, но признав в нас первое на территории России легитимное правительство, способное представлять интересы всего народа. Пусть трепещут враги революции. Очередной генерал перешел на сторону коммунистов. Очередная победа пролетариата. В это время, 12 сентября, мы аннексировали территорию Вологды. Также ее армия присягнула нам на верность. Отлично. Следующий наш противник – это Вятка. В это время, 21 ноября, начался 2 октябрь. Война между коммунистическим коми и Вяткой, где сидит не настоящий царь. В это время рейхскомиссариат Остланд после долгой гражданской войны в ней победил Фридрих Эккель, лидер местных СС. Ужас. Кстати, я еще забыл сказать то, что, в общем, победил Борман в гражданской войне. В итоге, после долгих боев, все-таки Вятка капитулировала. Отлично, теперь мы можем интегрировать ее территории. Теперь мы довольно-таки большие территории занимаем. В принципе. Новая столица. Недавние победы позволили нам укрепить свое присутствие на западе России и навести порядок на отдаленных территориях, охваченные анархией или, наоборот, тиранией сразу после ухода Красной Армии. С учетом того, что все больше и больше враждебных территорий смиряются и переходят под защиту советской власти, мы можем пересмотреть свое положение в регионе. От разных чиновников поступают предложение перенести нашу резиденцию в Рыков, или, как это было известно под контрреволюционерным руководством, Вятку. Временная столица Сыктывкар ныне отчищенная от буржуазных и фашистских элементов, захлестнувший город в предыдущие годы, хорошо послужил советской власти своим возможностям, оказала большую помощь в эти отчаянные времена, но так положение дело на западе России играет нам на пользу, то мы имеем возможность перенести нашу столицу в центральный регион Западной России, тем самым лучше закрепившись и обосновавшись в более удобном положении. Давайте выберем вариант Сыктывкар. Отлично, нам послужит и дальше. В это время Самара объявил нам войну, так как Западно-Русский революционный фронт гарантировал нам независимость, они тоже вступили в войну на нашей стороне. Ура! Мы победим. В итоге, очень быстро мы сокрушили генерала Власова и его шайку. В итоге,
30 мая к нам пришло ужасное сообщение. Мы предложили Западно-Русскому революционному фронту объединиться в одну страну. Но они отказались. Ужас. Нам надо готовиться ко вторжению. В это время, 31 июня, Жданов объявил войну Западно-Русскому революционному фронту. Надо освободить его, жителей Западно-Русского революционного фронта от тирании маршала Жукова. В итоге очень быстро у нас получилось захватить Западно-Русский революционный фронт, так как они просто не защищали свою столицу и основные города. Отлично. Еще один рассвет. Добро пожаловать, товарищ. Бухарину ввели на фабрику так быстро, что она едва успела снять шляпу. Она посмотрела на стену и увидела большое красное знамя. О, при виде него она почувствовала ностальгию. Она думала о том времени, когда ребенка посещала заводы вместе со своим отцом и всегда видела развивающееся красное знамя. Здорово, да? Бухарина была выдернута из своих ностальгических воспоминаний тем, кто, казалось, был прорабом. Я здесь прораб, меня зовут Андрей. Извините, если мы немного надоедливы, но все же здесь очень рады познакомиться с вами. Рабочие видят в вас будущее России. Не беспокойтесь, товарищ, сказал Бухарин. С улыбкой пожала ему руку. Знаете, я когда-то как-то встречался с Лениным. Честно говоря, это был мой самый лучший момент тогда, того года. Но знаете что? Я думаю, что был бы более счастлив, если бы вы руководили Лениным, товарищ. Ваши идеи разожгли во мне огонь социализма. Спасибо. Бухарин почувствовал крайнее удивление, узнав, что когда-то действительно, что кто-то действительно любит ее как лидера настолько сильно. Одно дело видеть, как люди поддерживают ее издалека, но слышать личные истории гораздо более вдохновляющее занятие. Ох, извините, что я занимаю так много вашего времени. Вам нужно увидеть и остальную часть фабрики. Бухарина рассмеялась, прежде чем продолжить экскурсию по заводу. Красный рассвет освещает угнетенных рабочих. Директива партии А-227. Председатель Бухарина принял директиву партии А-227, вступившую в силу немедленно. Директива А-227 – это общеширная директива, которая фактически делает законодательным органом двухпалатным. Съезд Совета получил власти, а способ его комплектования был изменен. Вместо муниципалитета направят председателей, которые составляют 50% Конгресса, в то время как профсоюзы займут остальные 50 мест. Этот шаг также ослабит власть президиума, так как большая часть его полномочий и власти будет передана съезду советам. В то время как ортодоксальные марксисты и ленинисты выступают против этого изменения, многие сторонники Бухариной восхваляют его как шаг вперед, поскольку теперь народу принадлежит больше власти, чем раньше. Вся власть советам. Ну что ж, 26 октября 1965 года произошло знаменательное событие. Лидером коммунистической партии Коми стала Светлана Бухарина. Ура! Отставка Михаила Суслова. Интересно, что случилось с Сусловым? Только что он руководил партийными делами, он вскоре подал в отставку и сейчас в одночасье. Как ты думаешь, что случилось, Сергей? Ты думаешь, его убили? Не похоже, чтобы кто-то из руководства позаботился об этом. Кажется подозрительным, не так ли? Или, может быть, Суслов принял решение покончить с политикой? Да и просто захотел пожить где-нибудь в приятном месте, в приятном поселке в глубинке страны. Такой человек, как Суслов, и добровольный уход в отставку. Если подумать, Влад, я начинаю считать, что обсуждать то, что случилось с исчезнувшими людьми, не самая лучшая идея. Давай ставим политику людям, которые ей занимаются. Да, нам, солдатам, не платят достаточно, чтобы беспокоиться о таких вещах. Очень странно. Западно-Советская Федерация объединяет Западную Сибирь. Николай Бухарин, может быть, и погиб, но его наследие продолжает жить не в меньшей степени благодаря его потомству. Изначально предполагалось, что Светлана Бухарина, дочь бывшего советского лидера, будет лишь номинальной фигурой для левых интриганов в политике Коми, но она проявила себя как
способный и решительный лидер, превзойдя своих союзников и врагов, и стала полноправным лидером ныне социалистической Коми. Захватив власть, Бухарина вновь объединила Западную Сибирь, Россию под красным знаменем. Признавая ошибки своего отца, Бухарина, тем не менее, убеждена только в коммунистическом будущем России после многих лет анархии и упадка. Мало кто из постсоветских полководцев готов поклясться верности председателю Западной России, но Бухарина настроена решительно и готова подчинить остальные враждебные ей государства в России своей воле за власть Советов. В это время 26 ноября мы начали вторжение в Онегу. Победа реформ. Подавив нервную дрожь, Светлана Бухарина подошла к микрофону. Наконец-то это случилось. Она наконец добилась того, к чему так давно стремилась. После стольких лет, проведенных в тени, после стольких лет, пряча своих амбиций от тех, кто видел в нее не лишь фамилию отца, и после еще большего количества времени, потраченного на восстановление Западной России, она, а также и советские граждане одержали победу, и у нее не было ни малейшего намерения упускать открывшиеся возможности. Внимательно наблюдая за техником, она начала говорить в тот момент, когда он показал, что микрофон активен. Она начала с хорошего, благодарив всех слушателей за их усилия и жертву в ее поддержку. Однако очень быстро она заговорила о том, что ждет их в будущем, о том, как она намерена изменить их жизнь к лучшему. Социализм, по ее словам, покоится на вершине политической мысли, ибо он сочетает в себе экономический прогресс и коллективную заботу о людях. Но слишком часто это не осуществляется должным образом ее предшественниками, другими так называемыми революционными государствами. Она намеревалась исправить это. Вскоре должна была быть введена прогрессивная экономическая и социальная политика, и те, кто препятствовал такой реформе, будут устранены. Равенство всего и вся будет подчеркиваться, продолжая работу тех, кто начал задолго до этого, и гарантируя, что Россия будет известна как защитник равноправия. Перемены, обещала она тем, кто слушал, были неизбежны. Им остается только наблюдать и пожимать плоды. Рассвет истинного социализма. Ну что ж, 12 января мы сокрушили Финляндию и забрали истинные советские территории. Процесс отбора. Бухарина – женщина размерного и спокойного образа жизни, но усталость ее голосе выдает ее, когда начинает объявление. Так же, как и ее триумф. Образовался съезд Советов, закончилась долгая борьба за то, кого избирать, а кого нет в президиум. Скоро начнется настоящая работа. Ее рука дрожит, когда она читает вслух слова, каждый из которых сливается с другим. Конгресс же реагирует на зачитку списка кандидатов вежливыми и безликими кивками. Вот политик. Потом два генерала чисто ради разнообразия. Она уже не помнит их всех подробностей. Ее голова болит. Чтобы стоять на ногах, ей нужно прикладывать усилия. Но она точно знает, что пока она в сознании, она сделает все, чтобы ее работа не пошла на смарку. Она не повторяет ряд ошибок своего отца. Никогда больше Россия не рассыпется от пары недочетов. Светлана спотыкается и падает. Паника эхом разносится по Конгрессу. Подбегают солдаты, чтобы помочь ей подняться. Она отмахивается от них. «Негоже, чтобы лидера брали подруги», — думает она, — и возобновляет чтение. Офицеры милиции, один из немногих достойных кандидатов, думает она, и, наконец-то, зачиткой покончено. Когда ее речь заканчивается, раздаются вежливые аплодисменты. Она спускается с подиума, садится на своем ее место и делает хороший глоток чая. Она едва успевает смочить свое горло, как приходит первый отказ. Неонист – это хороший выбор. Да, но судя по ремаркам, которые она сделала в своей речи на какой-то фабрике, его преданность независимому
юнионизму весьма сомнительно. А что касается его собственных способностей строить революцию, разве председательница не заметила этого? Бухарина, не меняя выражения лица, смотрит на съезд. Что-то грубое и первобытное внутри нее хочет разразиться долгим беззвучным криком, и в глубине души она ему потыкает. Ненавижу бюрократию. Ну что ж, на этом я предлагаю закончить. Мы объединили Западную Россию и привели Бухарину к власти в этой серии. Ну что ж, надеюсь, эта серия вам понравилась. Всем пока!